страны выстраивать собственную суверенную сеть информационное пространство. То есть в том числе, может быть, через какие-то наши грантовые программы. Потому что, как показала практика, и она показывает, что не всегда просто вот такое целенаправленное финансирование целевое, оно оправдывает себя, да. Иногда конкурсные программы на какие-то проекты грантовые, они имеют больше выхлоп, нежели вот такое без особого видения финансирования. То есть, а что дает грантовая программа? Она дает рост инициатив снизу. То есть у нас огромное количество, особенно после 2020 года, мы выявили патриотов, которые раньше не было таких вопросов, не стояло. Они, ну, жили и жили. А когда надо было противостоять вот этим вызовам, эти люди вышли первыми, они возникли, у них куча инициатив, и я считаю, что это поддержка их инициатив, механизмы реализации их, они должны иметь место быть у государства для того, чтобы сильное государство сверху всегда поддерживалось мощной инициативой снизу.